Все, я вас снимаю. На папу посмотрите, потому что видео у меня на папу. Потому что у меня видео идет. Дося, что надо пожелать тебе в новом году? Стишок знаешь? Песенку спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Ну, давайте перемещайтесь как-то. Конфетки. Саша, папа снимает ребенка. Нет, снимаю еще. Видео идет, давай, потом будет бабушка обниматься. А теперь отойдите, я с Жаной сфотографируюсь. Туда. Давай. А я с Дашкой. Давай. Ну, видео идет, по-любому видео идет. Давай, остановим. Фотографировать маленький кружочек белый. Маленький кружочек белый. Ну, сядьте на края, то есть на кровати, сядьте все вместе. Дочь. Не, поближе к дяде Руслану сядь. Ты можешь прямо на сумку. Давай, ну что, в этом видео хочу всех поздравить с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым. Что самое главное хочу пожелать? Здоровья, любви, удачи, всего того, что вы себе желаете. Самое главное – счастья, здоровья, любви и удачи. Да, давай, Лошенька, поздравляй, поздравляй. Лоша, смотрите, поздравляет вот меня тоже. С наступившим и с наступающим. Руслан, а теперь меня всего сними. Боже, стишок а теперь меня. И это тоже сделай поздравление. Видео, да? Поздравляю. Ага. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Руслан, мне поздравление будет делать. Я хочу всех поздравить с Рождеством Христовым. Как мы все знаем, это праздник особенный, это рождение Иисуса Христа. И в этот день я хочу пожелать всем счастья, здоровья, милосердия, благополучия, чтобы в каждом доме исполнялись все желания, чтобы у каждого была возможность отведывать разные вот, общественные места, то есть чтобы проводить время там, в кафе, в ресторане, в кино. То есть в любых вот, местах, где бы вы хотели побывать, чтобы была эта возможность, чтобы поскорее все уже закончилось, потому что карантин, он уже, конечно, нам всем и надоел.
Но в этот миг я хочу всем пожелать здоровья, счастья, любви, благополучия и всего самого наилучшего. Спасибо! 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 Бабушка! Спасибо. Бабушка. Пилосик открывает веки. Это не Персик. Там Спартак. Заходите, дверь хватает. Давай. Персик открывает двери. Я думал, он же там... Наташа говорит, Персик открывает дверь. Давай, нас еще Спартак. Убери. Убери, обордини снимай. Убери, Руслан, сумку.